Приветствую вас. Я могу сказать, что с точки зрения профессиональной психотерапии речь идет, с одной стороны, о том, что у мужчины есть явные проблемы с алкоголем, есть явные проблемы с выражением чувств, с выражением эмоций, с выражением своих переживаний, с выражением того, что он его беспокоит. Это с одной стороны. А с другой стороны есть проблема вашей неуверенности в себе и проблема перекладывания ответственности за то, что происходит в ваших отношениях с мужчиной, например, в частности. Условно это можно выразить примерно следующим образом. Вы говорите, вы спрашиваете, что можно сказать, чтобы не поссориться, да? Но есть такое ощущение, у меня есть такое чувство, что вы сами не очень уверены в том, что знаете, почему ссоритесь. Именно вы не мужчина, а вы. И вопрос, который мне кажется важным здесь, заключается именно в том, чтобы вам понять, какой именно вами вносится вклад в конфликт, в ссору, да, и так далее. Вот это, мне кажется, чрезвычайно важным моментом, потому что просто так ссора не возникала. То есть мужчина может может провоцировать вас, мужчина может там пытаться значит как-то вот вас, ну, выбить вас, да, из состояния равновесия, это понятно. Но все равно, если вы сами не позволяете себе как-то включиться, да, в этот процесс, если вы сами не позволяете себе как-то включиться в этот момент, то ситуация не будет негативной. Вот. Ситуация не будет негативной, ситуация будет скорее плюс. Вот. Именно потому, что вы не позволите дойти до конфликт. Вот. Поэтому здесь нужно рассмотреть именно ваш вклад в проблему. Вот. И обязательно обратить внимание на то, что у мужчины есть, совершенно очевидно, есть проблемы с алкоголем, которые
ему нужно решать самому. А дальше, как себя вести? Ну, я бы сказал, что вести вы себя можете с позиции я сообщений. Про я сообщения можно почитать, в принципе, в интернете. Вот. А вы, я думаю, будете удивлены немножко. Я думаю, что вам будет интересно это почитать. Вот. А я сообщение — это способ, это техника бесконфликтного взаимодействия с партнером, не только с любимыми, вот, но и просто, ну, просто вообще с людьми, вот. Вы можете это преследовать. И у любого общения, да, у любого взаимодействия, оно должна быть, скажем так, какая-то своя цель, да? То есть вот если вы каким-то образом себя ведете, если вы каким-то образом как-то взаимодействуете, да, с человеком, если у вас есть какая-то вот модель поведения, условно говоря, то лучше, чтобы лучше, чтобы была цель. Вот. Лучше, чтобы ваше поведение, да, чтобы оно было подчинено какой-нибудь цели. Понимаете, какая штука. И вот, соответственно, это и является, я бы сказал, ну, принципиальным. Этот момент и является принципиально. Такая вот история. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы извлечете выводы для себя из этого. Я надеюсь, что вы будете, скажем, отдавать себе отчет в том, что у мужчины действительно могут быть серьезные проблемы с алкоголем. Вот, я надеюсь, что вы будете следить в дальнейшем за выражением своих эмоций, за выражением, за лучшим выражением своих чувств, потому что то, что мужчина в себе не уверен, это значит, конечно, это не ваша проблема, вот, что у мужчины проблемы,
с алкоголем, но тем не менее, понимаете? Так что такая вот история. На этом все, в принципе. А я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация изменится в самую лучшую для вас сторону, и вы сможете обрести гармонию в своих отношениях.